Привет, друзья! Мы с вами в спортивном комплексе «Гравитация» на открытом первенстве по вейкборду «Гравитация New Wave». На данный момент зарегистрировано уже 22 спортсмена-любителя. А вот вам еще новость. Сегодня в соревнованиях участвует команда проекта «Step to Wave». Специально для этого Максим приехал из Питера в Москву. Удачи, парни! А вейк-парк «Гравитация» и команда «Вейк-тим» любезно предоставили время для бесплатных тренировок. И почти на протяжении месяца ребята раскатывались и привыкали к французскому сидению. На тренировках все очень тепло поддерживали ребят и всячески им помогали, потому что это была подготовка к их первым соревнованиям. Непосредственно перед началом соревнований участники в течение 2 часов раскатывались и привыкали к споту. И, конечно же, не обошлось без показательных выступлений профессионалов. Судьи оценивают трюки, сделанные райдером на кикере, плюс на трубе, плюс флетовые трюки в совокупности. Флетовые трюки – это трюки, сделанные из воды. Среди судей сегодня Александр Качеев, Евгений Блинов и Иван Шилин. Знакомьтесь, Станислав Бураков, я поздравляю тебя с твоими первыми соревнованиями. Ну и расскажи, как тяжело это было морально, физически. Я просто никогда не катался на этом стуле, это мне интересно. Да я думаю, всем это интересно. Да, привет, спасибо за поздравления. Да, было круто, первое соревнование вообще, в принципе, по адаптивному вейкборду. Ну, это море позитива, какого-то адреналина, это очень круто. Азарт, участие. Ну, это не передать, это очень сложно. Это... Я занимаюсь многими видами спорта, но вот прямо такой адреналин, такой азарт только вот на вейке. А какими видами спорта ты еще занимаешься? Ой, занимался пауэрлифтингом, сейчас занимаюсь легкой атлетикой, баскетболом на колясках, легкой атлетикой, метаю копье, толкаю ядро и академической гребли еще. Супер. А расскажи, на сколько сильно тебя затянул вейкборд? О, это прямо очень сильно. Я вот переехал в Питер не так давно, и вот с Максом мы... Я давно хотел, знал, ну как бы мы знали в интернете, знались, но не сталкивались, и вот я приехал в Питер, появилась возможность, и с первого раза у меня прямо все, я там. Быстрее уже лето, весна, лед сойдет, и мы сразу на воду. Спасибо, и поздравляю тебя еще раз с твоим первым соревнованием, и желаю удачи в дальнейших соревнованиях. Благодарю. Все место. Кто? Першина Оксана. Второе место. Ухарова Екатерина. Первое место заняла Иванова Юлия. Упущен. Третье место занял Черный Евгений. Второе место занял... Бухвалов Дмитрий. Самый крутой Павел Ершов. Вась, ура! Это шутка. Павел Ершов, это я. Черкес Владимир. Вот так вот прошло первенство по вейкборду в «Гравитации». Все победители названы, все призы раздали. Занимайтесь спортом, друзья!